Здравствуйте, мои дорогие телезрители на канале Афонтова и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Ну и здравствуйте, соцсети. Вы тоже, оказывается, там меня смотрите. Очень рада, что мы с вами всегда вместе. Сегодняшняя тема огурцы. Как они сейчас себя чувствуют и что с ними надо делать? Ну, что сейчас делать с огурцами? Конечно, их нужно переподвязать. То есть у них, видите, какие отросли макушки. Они почти уже до вот края теплицы доросли. Не до самого, правда, высокого места. Но они все равно будут вот так потом арками. Подвязать обязательно, иначе в этом месте могут сломаться. Огурчиков на них очень много. Да, это серия «Уральский дачник». Я ее обожаю просто. Огурцов очень много. Вон, посмотрите, все стволы в огурчиках. Их можно собирать и уже заниматься засолками. Значит, кроме того, что подвязать, да. Давайте еще раз, девочки, мальчики, пожалуйста, послушайте меня. Сейчас появляется много маленьких огурчиков, которые желтеют и не растут дальше. Еще раз, внимание, огурцы, быстро растущая культура, которым требуется очень много азота сейчас, чтобы поддержать зеленую массу. Мало листья огромные, еще и огурчиков очень много, это тоже зеленая масса. Еще и стебли развиваются. Ваша задача покормить огурцы тем азотом, который быстро усваивается. Ваши настои травы и навозов, они медленно усваиваются. Огурцы не получают питания азотного и начинают, естественно, сбрасывать с себя лишние огурчики. Понимаете? Не могут накормить, потому что они занимаются реутилизацией. Им надо развиваться. А где брать питательные соки? Ну вот, в своих огурчиках или в листьях, которые начинают желтеть. Поэтому 1 столовая ложка мочевины. Пальчиком так раз по ложке, без верха, на 10 литров воды. Вечером, часов 8. Опрыскиваем все по листьям и таким же раствором поливаем под корень. Послушайте меня, пожалуйста. Повторить вы можете еще раз через 7 дней, но потом уже мочевиной не балуйтесь, хорошо? А вот и ливень застучал по крыше теплицы, чем мы несказанно рады. Как съемки, так обязательно ни жара несусветная, так дождь какой-нибудь. Ну, знаете, плохую погоду и природу точно не бывает. И еще хочу сказать, что вот здесь посредине посажен мой любимый базилик. Очень люблю, как он пахнет. Иногда кладу листики в засолку с томатами, очень вкусно, с перцами очень вкусно. И хочу еще вас, ну, как бы поругать, что ли. Вы зачем так густо садите в теплице огурцы? Вот здесь и то лишнее есть. В прошлом году было 12 литей, а в этом году от жадности 18. Не надо было столько сажать. Им тесновато все-таки, особенно в нижней части. Каждый раз я остригаю эти пасынки, потому что их невероятное количество. Ну, на этом закончу. Я надеюсь, что вы меня слышите и делаете все очень разумно. Здоровья вам, ну и, конечно, хороших урожаев. Всего доброго.